Добрый день, дорогие друзья, и снова здравствуйте. Прошло меньше суток, как мы с вами встречались, и стрим, прямой эфир, который мы с вами запланировали, он состоялся. Были небольшие технические проблемы, но вам спасибо за все, что вы присутствовали на этом стриме в прямом эфире, задавали очень интересные вопросы, на которые я не на все смог ответить, я обязательно отвечу. Я думаю, у нас это получилось. И следующий стрим мы проведем, приурочим к 3000 числам подписчиков. Осталось совсем немного, по-моему, 30 или 40 подписчиков. Соответственно, как подпишутся, так и проведем. Нет, это не принуждение к подписке. Подписывайтесь, кому прежде всего это интересно. Ставьте лайки, кому это интересно. Но остальные просто смотрите. Я буду все равно рад за то, что вы посещаете мой канал. Но у нас на самом деле наступила, как на многих деревенских каналах называют, как же интересное слово. Интересное слово, не межсезонье, а глухозимье. Вот, глухозимье. И действительно, сегодня поймал, когда ехал на дачу, поймал себя на мысли, что основные-то вопросы, основные-то задачи уже сделаны. Осталась работа только кабинетная. Мне очень вчера понравилось, на самом деле, нервничал очень сильно. Очень сильно нервничал, но понравилось, что это можно делать в тепле. Вот, хотя много было технических, конечно, вопросов, которые я решу. Вот, и поймался я на мысли, что особой-то работы и нет. Вот чистить снег, что-то выгребать, что-то чистить. Вот, и кормить голубей наших любимых, да? Вот, на этой неделе у нас снова будет потепление. До 0 градусов, соответственно, все питомники будут вычищены. Но один из моих подписчиков, канал Перья, на который я подписан, добрый день, к сожалению, не знаю, как вас зовут, дал мне интересную мысль рассказать о моих гнездах для голубей, о моих секциях паровочных или гнездах, их можно по-разному называть, но здесь есть кое-какое отличие. Соответственно, погода сегодня у нас не очень, но хотя у природы нет плохой погоды, и мы сегодня пройдем мой питомник, замеряем гнезда, я расскажу вам, сколько на самом деле, какие размеры моих гнезд для моих спортивных голубей. А как видите, у нас наши голуби по-прежнему находятся не в свободном, а в контролируемом выходе и заходе. Погода, я думаю, что не благоприятствует сегодня таким активным полетом. Они сегодня не летали, идет снежок. Ну, что-то, если их спугнет, конечно, они полетят. Но ястреба в этом году какой-то только период был. Какие-то каждодневные атаки ястреба, но они потом прекратились. Спрашивали на стриме про кошек. Я еще раз повторюсь, вот сегодня по свежему снегу не увидел ни одного следа кошачьего наших усатых друзей. Вот. Ну и мы давайте пройдем в питомник, я вас приглашаю и замеряем. Идут звонки. Алло. Ну и мы сейчас находимся напротив моих гнездовых ящиков, гнезд, если так их называть, для моих спортивных голубей. Вот эту конструкцию я придумал не сам, я подсмотрел и консультировался с Анатолием Шишкевичем с Тюмени, который любезно предоставил эту информацию в недрах интернета, и я ее срисовал. Ну, кому интересно, могу показать размеры, сейчас мы это сделаем, и как устроено это гнездо. Конечно, можно это гнездо рассматривать как паровочный ящик, но и можно его использовать на самом деле, но если вы хотите заниматься непосредственно и быть уверенным, что у вас именно этот голубь и именно эта голубка спарятся и снесут именно свои яйцо, свое яйцо голубиное, потому что бывает всякое в голубиной жизни, измены и интриги, вы это знаете, то строят гораздо больше ящики, большие отсеки строят, ну вот Я думаю, что можно посмотреть в интернете. Я видел где-то порядка 1,5 квадрат внизу, 1,5 на 2 или даже на 2 метра, чтобы голуби там жили, выкармливали птенцов. И вот эти такие боксы ставят, и в них находится только одна пара. Ну, условий у нас площадей не так много, и соответственно вот эти ящики я иногда использую и для паровки. Ящики в зимний период закрыты, и если голубь не занимает гнездо, то решеточка, вот эта решеточка, видно вам, не видно, вот, немножко тут у нас плотненько, то ставится вот так, соответственно голубь не имеет возможности сюда сесть, соответственно это гнездо закрыто. Сейчас мы с вами рассмотрим размеры. Ну, вначале вот снимем нашу конструкцию, которая достаточно плотно сюда заходит. Надо, наверное, подрезать, а может не надо. Вот такой ящик. Фанера, доска десятка. Как мы знаем, размеры десятки 1,50 м, листа я имею в виду, 1,52 м на 1,52 м. Соответственно, делаем все, чтобы не было отходов, и я напиливаю полосы по 50 сантиметров. И, соответственно, глубина гнездового ящика у нас 50 сантиметров. Чтобы также использовать вот эту фанеру боковую, здесь длина, высота, будем так сказать, всей конструкции 152, делим на 4, и у нас получается высота каждого гнезда 34 сантиметра. То есть 34 умножаем на 4, получается там с запасом количество вот именно гнездовых ящиков, чтобы не было отходов. Полочки вот эти снимаются у меня. Полочки вот эти снимаются. Здесь накручены бруски. Брусок 2 на 4 сантиметра. Ну, или в миллиметрах, если это 20 на 40. Пропилены вот такие боковые, сделаны направляющие, в которых вставляется сама вот эта конструкция. И пропилы тоже здесь у нас составляют 20 на 40 миллиметров. Расстояние между этими пропилами, чтобы у нас зафиксировать, значит, здесь у нас 2 до края, а здесь до края у нас 12. Соответственно, мы имеем при этих пропилах 2 положения центральной конструкции дверки, так называемой. И вот это первое положение, которое я вам показывал, а вот это положение второе. Здесь дверки у меня расположены на крючках, открываются, закрываются. И вот такая достаточно простая, на первый взгляд, конструкция. Она мне очень устраивает. И та конструкцию, которую я делал в том гнездовом отсеке, есть серия племенной отсек для спортивных голубей. Та конструкция поворачивающая сделана вот на поворачивающих шарнирах, она интересна, не показала себя достойно. Поэтому напоминаю, что длина у нас гнездового ящика 75, 2 листа, лист напополам распилили, вначале напиливаем по 50, у нас получается 3 штуки, 3 полосы напиливаем с листа. Вот, делим лист напополам, получается гнездовой отсек у нас 75 на 50 и 50 глубина, где-то больше, где-то меньше, вот тут не так уж это принципиально, и высота 34, вот здесь побольше может быть даже, нет, 34 тоже. И вот так, чтобы без отходов, и так вот любой мужчина, который сможет, любой мужчина, который имеет возможность и дружит со своими руками, может это вполне сделать. Сюда ко мне, да? Иди. Ну вот и закончилась еще наша с вами очередная встреча. Я попытался вам рассказать, из чего состоят у меня гнездовые ящики. Вот это, кстати, дед, а вот это его внук сидит. 99 номер. И думаю, что эта информация будет вам полезна. Не теряйте меня. На следующей неделе мы с вами обязательно скоро встретимся. Уже будет февраль, уже подходим тихо-тихо, мирно подходим к осени. Спасибо, что досмотрели меня, спасибо, что смотрите. Всем пока, до новых встреч. Без зависти и честно, всегда ваш улетный дачник.